скоро, 22 сентября, 151 год, как город Павлодар стал, значит, как город. Поздравляю всех жителей Павлодара. Мы всем горячим пришли тебя поздравить, неожиданно. Ты сейчас будешь поздравлять день с днем города сам себя, короче, получается. Это обманка, брат, не верь этому. Стоп. 151 год, как значит, как город. Ну что, этот город самый любимый мой, самый красивый здесь. Алем, поздравляю тебя днем рождения. Мы тут играем с тобой в футбол, ты там бегаешь где-то. Вот я тебе желаю твоей жизни, чтобы у тебя было все отлично, чтобы у тебя были отличные друзья, отличная команда твоя, твоя работа, чтобы развивалась успешно. Мы для тебя дописываем это видео, твоим поздравлением, чтобы у тебя все было отлично. Встречай, встречай! Встречай! Фанат, хочу поздравить тебя с днем осеннего равноденствия. Слушай, с днем рождения. Здоровья, счастья, благополучия. Голов побольше тебе. Во всех смыслах. Вот, желаю сегодня нам победы. Мы уже один раз это сделали. Человек, который стоит за камерой, проиграл. Вот. Рустам не забил гол. А это значит, что все самое интересное впереди. С днем рождения. Дорогие ребята, за спорт, за здоровый образ жизни, за любовь. Поздравляю всех жителей Павлодара. Ведь скоро, 22 сентября. С днем рождения, Тана, желаю счастья. У всего банального. Заранее. Ладно, это я. Всем привет. Прямая трансляция с футбола. Хочу поздравить Ахметова Таната с наступающим днем рождения, брат. Да не в курсе. Нормально все. Не переживай. Хочу поздравить. День города скоро. Но это ни при чем. Таната с них. Что тебе еще подождет? Не знаю. Бегай так же, как бегаешь. Так, здорово, Танат. Хочу вот тебя поздравить с днем рождения. Вот, желаю тебе счастья, здоровья, успехов, долгих лет жизни. Счастья. И всем гражданам нашего города поздравление звучит эта мелодия. Детишек побольше. Много-много детей. Давай, с днем рождения тебя. Здоровья, счастья, успехов. Да, братан. Я благодарен всем, кто создает вот такие вот поля. Да, кстати, в этом городе очень тяжело найти хорошее поле. Очень тяжело выбить время и поле. А, там, на нас с днем рождения, ты там лезешь за мячиком, можешь показать, как он замечательно лезет. Вон там на камень лезет, пытается что-то взять. Вот. Видите? Во-во-во-во-во-во. Будь счастлив в этой жизни. Ахметов Танат, поздравляю тебе, как твой очень неплохой друг, очень хороший даже. Как мы Таната любим? Ну-ка, покажи. Примерно так тогда. Мы тебя любим. Мы в тебя послали, просто ты футбол играешь. Так что давай. Да, все. Ладно, давай, все. Пока. 21 сентября будет день рождения у величайшего человека. Это, можно сказать, шедевр. Это лучший оператор, можно сказать. Один из лучших операторов города. Так, Тана, знаешь, Азан, да? У него рук Козган, он вообще мог брат. Мы с ним родные братья. Козган даже Азан, forever, forever. Позвали! Позвали! Ну, в общем, так это примерно казахская народная песня. Шамши Халехов. Шамши Халехов, это Шамши Халехов, да, да.
Еще есть такая песня под названием «Вот раньше пел ее Тимати». Знаете, это тоже казахский певец, казахстанский певец. И говорит, это моя девушка Илюша. Солнышко мой. Привет, говорит, привет, какие-то. Руслан прокомментирует. Мы узнаем тоже, на этот раз стал нам улан. Я надеюсь, что хотя бы в этой номинации что Лазарев и Никита Билан. Мы пока не Танаты, мы бездельничаем. Хотя нет, Танат, привет, Танат. У меня рендерится. А вот мой сын! Мне тоже рендерится. Так что мы молодцы. В Ютубе. У нас в Ютубе рендерится. Ям. Давай фристайл про Таната. Ну-ка, давай. Поздравлялочку сейчас будет. Я давай, поздравлялочку, кстати, да. Давай, поздравлялочку, кстати, будет, давай. Тихо. Танат, желаю, чтобы тебя всегда стоял в штанах. Танат, ты будешь первым всегда, как Музабаев Талгат. Танат, спасибо тебе за все, за хорошую работу. Спасибо. Отпускай меня с работы в субботу хотя бы. Или вообще давай отдохнуть. А то я устал, ну и ну. Моя мама говорит, ты вообще не отдыхаешь, вообще не спишь. Я во сне вижу даже все эти компы. Пожалуйста, Танат, стань более добрым. Потому что бобры даже отдыхают в какие-то сезоны. А я как будто здесь, на зоне. Целыми днями сижу, печатаю, монтирую. Я не видел давно свою квартиру и хочу вернуться домой. Отдай мне паспорт. У него днюха скоро, поздравь его. Хорошо, поздравляю с днем рождения. Желаю, чтобы каждый день был счастливее прежнего. И еще лучше было. Желаю, чтобы тебя никогда ни одна сволочь не забыла. Сегодня в этот день тебя поздравила. Желаю тебе вообще стать лучшим оператором во всем мире. Точнее, чтобы тебя уже признали наконец. И так лучший оператор в мире. Звучит, как будто я подлизываю. Давайте лучше. Я, короче, Танат. Это была полная жесть. Мы думали, что тебе подарить. У тебя ведь все есть. Поэтому мы подарим тебе эту песню. Ведь песня звучит гораздо интереснее, чем простые пожелания или еще внимание. Короче, мы будем говорить тост в стиле «давай, до свидания» с отличным акцентом. И, ладно, пару концертов. Мы тебя посвятим, только это будет через лет 5. А пока мы простые монтажники, с нас нечего взять. Мы зарабатываем по 10 тысяч за одно узату. Мы не как группа Тату, чтобы собирать концерты фанатов. Но мы поздравим Таната, как надо. Спасибо тебе за все. Ты круче, чем центр, потому что... Мы тебе говорим спасибо центру за это. Танат, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, успеха. Пусть мечты сбываются, цели исполняются. Ставь большие цели, мечты, чтобы были еще больше. Любви тебе светлой, огромной, с гульмирой. Детей тебе красивых-красивых. Какашный качер. Вот, Танат, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, любви. Всего самого лучшего в этой жизни. Сходи-ка. Ну и любовь у тебя есть, твоя любимая жена. Самое главное, будьте счастливы вместе. Я вас очень-очень люблю. Вы знаете об этом. Поздравляю с днем рождения. Снова 18. Желаю здоровья, благополучия и чтобы у тебя никогда не кружилась голова. Да, действительно, головокружение это самое классное. И пусть тебя никогда не будет тошнить, как меня после этого поздравления. Будь вообще всегда здоров, счастлив и люби друг друга. Себя, конечно. Ой, I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cone and it's a broken
was a time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Not козел. Да я не шучу, не козел. Не хотел. Not a cry you can hear at night. It's not somebody who